потребуются сотрудники на птицефабрику в городе Лава, недалеко от города Гданьск. Фабрика занимается выращиванием гусей и индюшек. Работа в городе. Не требуется опыт работы или специальные умения. Приглашаем мужчин, женщин и супружеские пары до 60 лет с польской рабочей визой от 2,5 месяцев или полной биометрией. Делаем приглашение под вакансию. Оплата труда. 12 злотых в час на руки. На фабрике бесплатное полноценное питание в рабочее время, во время обеда. Обязанности сотрудников. Работа в цеху обработки пера. Сушка и упаковка перьев для дальнейшей их переработки. Транспортировка упакованной продукции на склад на тележках. На предприятии не холодно. Температура плюс 12, плюс 15 градусов. Современная система вентиляции. Нет неприятных запахов. График работы следующий. Понедельник, пятница, по 10-12 часов в день. С 6 часов утра до 4 часов после обеда, или с полудня до полуночи. В месяц в среднем 220-240 рабочих часов. Проживание бесплатное, в удобном хостеле рядом с работой. Комнаты по 4 человека или по 2 пары. Санитарная книжка стоит 180 злотых, делаем на месте, если необходимо. Спецодежда выдается бесплатно. Если вас заинтересовала наша вакансия, обращайтесь по телефону или Viber плюс 38 099 365 38 36.